Давайте такая информация. Ходил недавно к урологу, сдал все анализы, все хорошо у меня. Да. Все, вы пошли? Надеюсь, что вы вернетесь. Да. Можно, 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 можно вернуться. Да, соглашайся. Я вам рассказал, что у меня была история, когда парень очень дерзко вышел в туалет на концерте. И я подговорил весь зал, когда он вернется, устроить ему стоящие овации. Я ни на что не намекаю. Что можно сделать, когда они вернутся? Можно стулья убрать. Вот это да, давайте уберем. Вот это мы и удумали, да? Я думаю, что какой будет вопрос? Они должны ответить на вопрос вилкой в глаз или в жопу раз. Если они отвечают правильно, они выигрывают два стула. Есть два стула! Опа! Куда сядешь, куда подругу посадишь, да? Вот это мы, взрослые затейники. Воскресенье проводим, да? Теперь придется выступать, пока они не придут, да? И, соответственно, с вами будет вот так вот поступать. Все хорошо, все хорошо. Есть два стула. Заходите. Есть два стула, вы меня невнимательно слушали. Да, пожалуйста. Я только... Да, проходите, девушка, стулья есть. Да, там просто два мужчины хотели посидеть, и поэтому... И знаете, все в целом получилось, да? За исключением, а в чем был розыгрыш? Они просто пришли, я такой, ну надо дать людям стулья. А что, а как-то люди будут стоя, что ли, смотреть? А до этого такой, сейчас мы их устроим. Да, разыгрывать, это прям мое, да.